Обычно приготовление варенья – процесс долгий, но если исключить из рецепта этап настаивания, вы сможете приготовить быстрое варенье из груш в домашних условиях. Итак, рецепт приготовления быстрого варенья из груш включит в себя следующие шаги. 1. Подготавливаем фрукты. Для начала моем груши в холодной проточной воде. Лучше всего выбирать мягкие сорта груш, так как они наилучшим образом подходят для приготовления варенья. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подписавшимся, больше вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Груша 1 кг, вода 2 стакана, ванилин 5 грамм, лимонная кислота 1 щепотка, сахар 1 кг, количество порций 2-3. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Буду скучать без вас.